Ахрик Твейба дезлалка, то ашихой айх церкурачоу, аха йоу бязгуата ту чедракак. Яра ишепалам был помежем духмархит, а совет идгла, Украина, яхшима хунткарра куара идгла, урестула эйзгу, эйзгу адунею ха хукаманда крокнам. Зки фипшини вивеешук сэзбе Европа чемпионат ялахуз апсу шепалам паласу, а спорт дуакна ехец атапчеда ха наколой. Для Абхазии, для становления абхазского футбола и вообще для узнавания абхазского футбола за пределами республики, конечно, оказал большое влияние вообще на развитие, потому что это человек, который узнаваем не только в Абхазии, не только в России, но и за ее пределами. Человек, спортсмен с большой буквы, которому сегодня исполняется 49 лет, с таким замечательным событием мы его поздравляем. Ахрик Твейба, куда тут я хочу, что еще полом был в школу Даадзем топ. Яра рабхат язык отцев с Диман Владимир Шамба. А на юсь дешкопшес ауат пи Динамо окнахмур радалагуйт. Уяштых Хабаровск, карт пи Динамо. Яха и пим тэдэн тагыла за абхера яуайт, Киев пи Динамо ах. Уаку асавет идгыла даге чемпион хойт. Ахрик Твейба иснак ахчирок на духмаруайт. Будучи молодым, был замечательным защитником. И сейчас он не растерял свои физические кондиции. Он играет и за сборную Абхазии, и за ветерана. Он играет за сборную России, за ветеранов. И очень успешно выступает, потому что ежегодно в Москве проходят турниры, в которых он играет. Очень достойно защищает честь страны, и нашей республики, и России. Поэтому о его таланте, о его возможностях как футболиста можно говорить очень много. Сандро тоже является футболистом, тоже парень, который обладает большим потенциалом, на наш взгляд, который также играет уже в национальной сборной Абхазии, в олимпийской и в молодежной сборной России тоже он играет. Поэтому очень приятно, что у такого замечательного спортсмена, у такого замечательного футболиста растет сын, который тоже пошел по стопам своего отца. Корян, подача, Твейба, гол! Сандро Твейба, 2-2! Динамо и Алкау клубов Ахрик Твейба изым. Ехеге и Усура, Москва пи Динамо и Адхолуб. Ашипалам был клуб Ахо пи Динамо, хада Астама Радлиба язгвитит. Хтола Акна и Снаг Ашипалам был бюхат брак пашиқаз. Ярубас вдарабжарат бяюдзерезмоу, рабхя и глу дышреу Ахрик Твейба. Ахрик после детской футбольной школы в Гудауты, официально первая его команда была, это Сухумская Динамо. То есть он выход в свет называется. Он, правда, не сыграл в чемпионате СССР ни одной игры, но он сыграл подготовительный турнир перед чемпионатом Советского Союза. Потом его заметили, и он уехал в Хабаровск, если я не ошибаюсь. Из Хабаровска он попал в Тбилисское Динамо, в Тбилисское Динамо, в Киевское Динамо. Самые большие заслуги у него там. Он там был чемпионом СССР. Это очень серьезный был турнир тогда в то время. И был еще обладателем Кубка СССР. Потом он уехал в Японию, в Китай, Уралан, там все остальные игры. Но он еще, вернувшись в конце, играл в московском «Динамо». То есть фактически он был игроком четырех динамовских коллективов. Самый настоящий динамовец. У нас в нашей истории сухумского «Динамо» он записан номер один, потому что все-таки это такой один из самых легендарных игроков. Мы им гордимся. Проводим турнир свой детский на приз Ахрика Твейба. Всегда с ним на связи, он наш ближайший друг. Юниджи жбашук сасхыз из Ахрик Твейба, яхаге а ветеран фербжара айцлабра анокоу, а шипалам был дачо дубой. Избанзар ахчарагна Ахрик Твейба ехец айцамко янхайд. Уя совет идгала, а шипалам палатурохакна айцакра шакомейбш. Адгургунба Роберт Ломя, абсолютно хапшра.